Братья, сестры, друзья, гости, благодать вам и милость от нашего Господа. Благодать – это Бог дает нам то, чего мы не заслужили, а милость – Бог не дает нам то, что мы заслужили. Слава Ему за это. Аминь. Я сегодня хотел поговорить на тему, что Дух Святой – это Христос без границ. Когда Иисус был в теле, Он был ограничен временем и местом. Но после Вознесения и когда Он пришел Духом Святым, Он сегодня не ограничен. Иисус как бы сказал: «Я не хочу быть Богом с вами, я хочу быть Богом внутри вас». Это Дух Святой. Иоанна 14 глава 16 стих. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». А я часто слышал, как христиане рассуждают, как хорошо было ученикам находиться рядом с Иисусом, общаться с Ним. Как это было бы здорово. Эх, повезло же апостолам. Друзья, кто так размышляет, он упускает из виду служение Духа Святого. И что Он полностью заменяет нам Иисуса Христа. Иисус знал, что Ему необходимо научить учеников полностью полагаться на Святого Духа, следовать Его водительству. Ведь Он должен был оставить землю. И поэтому последние минуты своего пребывания на земле Иисус учил их следовать за Духом Святым так же, как они следовали за Ним. И ученики изумлялись, слушая Его. Они привыкли быть рядом с Ним, ходить с Ним. А теперь Он говорит, что Дух Божий заменит Его. Причем они не будут Его видеть. Прикоснуться к Нему не смогут. Голос Его физически не услышат. И они должны следовать за Духом Святым так же, как следовали за Иисусом. И, наверное, они спрашивали: интересно, как Дух Святой будет вести нас? Будет ли Он учить так же, как учил нас Иисус? И в чем будет заключаться Его водительство? Иисус понимал их замешательство. Поэтому хотел рассеять их страхи и опасения по этому поводу. И Он говорил: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». В греческом языке есть два слова со значением «другой». Одно слово «гетерос», одно слово «алос». «Гетерос» – это означает «вообще другой», «непохожий». Но тут слово «алос» – оно означает «точно такой же, как я, но не я». «Точно такой же, как я, но не я». И говоря о Духе Святом, Иисус говорил, что Дух – Святой будет во всем похож на Него, будет таким же, как Он. И Его водительство ничем не будет отличаться от Его водительства. Если не брать во внимание, что Иисуса они видели, а Духа Святого видеть не будут. Один толкователь так сказал. Иисус говорит: «Я умолю Отца, и Он пошлет вам того, который во всем похож на Меня». Он будет говорить то же самое, что говорил я. Он будет так же думать, как думал я. Он будет действовать так же, как действовал я, и видеть то, что вижу я. Он будет схож со мною во всем. И когда Святой Дух будет с вами, это все равно, что я сам с вами рядом. Поэтому, потому что я и Дух Святой, мы думаем, действуем и поступаем одинаково. А ведь до этого Филипп сказал, помните, да, 14 Иоанна 8 стих, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня». Однажды мне это Бог проводил. «Столько времени я с тобой, Сергей, а ты ведь меня-то еще не знаешь». И он объясняет ему: кто видел меня, видел Отца. Как ты говоришь, покажи нам Отца. То есть Иисус в точности отображал Отца. Он точное отображение славы Его. Его сияние. Он совершенный образ и точное отображение Бога. Иисус во всем являл характер Небесного Отца, поэтому Он сказал: кто меня видел, видел Отца. То есть, читая об Иисусе, мы читаем об Отце. Читая о делах Иисуса, мы познаем волю Отца. Иисус делал, говорил точно самое то же, что делал и говорил Отец. Его жизнь, отношения, поступки были точным отражением воли Небесного Отца, потому что Отец и Иисус имеют один и тот же характер, одни и те же мысли. Иисус учил учеников, как Он во всем отображал Отца, так теперь Дух Святой во всем будет отображать Его. Как Он делал только то, что сделал бы Небесный Отец, так теперь Дух Святой будет делать то же самое, что сделал бы только Он. Святой Дух никогда не будет действовать наперекор Иисусу Христу. Он сказал: если с вами есть Дух Святой, это то же самое, что с вами я. И поэтому не сожалейте, что вы не жили 2000 лет назад. Лучше позвольте Святому Духу вести вас, направлять вас, как Он вел и направлял верующих первоапостольской церкви. И тот факт, что Иисуса не было с ними, не мешал им совершать чудеса, изгонять бесов, исцелять больных, даже мертвых воскрешать, проповедовать тысячам и тысячам неспасенных людей.
С ними был Дух Святой. Поэтому служение Иисуса продолжалось. Дух Святой – это Иисус без границ. Аминь. Давайте больше общаться с Духом Святым. Давайте исследовать Его водительству. Он хочет явить Иисуса вам, вашей семье, церкви, сотрудникам, городу. Если с нами Дух Святой, это то же самое, что с нами Иисус Христос. Когда мы смотрим на Его работу, скажите мне, кто автор покаяния? Дух Святой. Кто автор рождения свыше? Дух Святой. Кто автор молитвы? Дух Святой. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Кто автор Писания? Дух Святой. Кто автор нашего характера? Плод Духа? Дух Святой. Кто автор наших даров, талантов? Дух Святой. Кто автор поклонения? Дух Святой. Кто созидает церковь? Дух Святой. Кто посылает на служение? Дух Святой. Дух Святой – это Христос, живущий в нас. И ближе, чем Он, у тебя нету никого. Даже голова жены на подушке рядом, и то дальше, чем Дух Святой. Он на расстоянии дыхания внутри тебя. Ближе, чем Он, никого нету. Всегда это знай и помни. И в конце концов, секрет великого поручения, Деяния 1:8. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Ты знаешь, мы все претендуем на то, что в нас есть Дух Святой, и возникает вопрос, а где сила? Где эта сила? Вопрос второй, а для чего нужна сила? Ну как для чего? Воскрешать мертвых, больных, чудеса? Это второстепенно. Вы будете моими свидетелями. И слово «свидетель» по-гречески «мартирос» имеет двойной перевод. Первый свидетель, второй мученик. И все апостолы, они были свидетелями до конца мученика. Чтобы так жить, необходима сила Божия. Платянка это не потянет. Скажи аминь. Так жили они. Ты знаешь, можно приводить много примеров. Но нам надо просто понять, что без близких отношений с этой уникальной личностью нету реальной жизни во Христе. Но мы пренебрегаем Духом Святым. Мы забываем о нем в нашей повседневной жизни. Ни один из нас не будет отрицать его существование, но, к сожалению, тысячи не переживают его присутствие и действия. А многие даже уже и не верят, что что-то реальное, что было в деяниях, сегодня возможно. Давайте пофантазируем. Представь, шторм на корабле тебя выбрашивает на необитаемый остров. Ты совершенно один. И вот ты нашел пещеру. Там давно жил Робинзон Крузо. И в этой пещере Библия. А ты был неверующий. И ты впервые в жизни Библию прочитал. И за 5 лет ты ее наизусть выучил. И вот тебя нашли. Ты приезжаешь домой радостный. Ты говоришь, папа, мама, я нашел Бога. Я знаю Библию. И я хочу пойти в церковь срочно. Почему? Я хочу посмотреть, как действует Дух Святой. В Библии написано. И вот ты приходишь в церковь, сидишь, ждешь. Сейчас будет. Сейчас. Ну, собрание закончилось, аминь. Ты говоришь пастору, а где? Он говорит, что где? Ну вот что в Библии о Духе Святом? Ох, спустись ко мне. С тобой поговорили, 2-3 служения, ты понимаешь, Дух Святой это вот. Это вот. Друзья, что хочу сказать. Между тем, что мы читаем в Писании о Духе Святом, и тем, как живут сегодня тысячи христиан, громадная-громадная пропасть. Громадная-громадная пропасть. В результате люди не удовлетворены церковью, и многие даже уходят в мир. Мы не просто упускаем что-то из виду, мы теряем кого-то, когда теряем его. И без него люди пытаются действовать только своей собственной силой, своей мудростью и достигают только человеческих результатов. Мир этим не тронешь, грешный мир этим не прогнешь, ни любовью человеческой, ни делами рук человеческих. Церковь не будет отличаться от других собраний людей, если в ней не будет действия Духа Святаго. Аминь. Повторяю, если взять человека новообращенного, который до обращения ничего не знал ни о Библии, ни о церкви, ни о христианстве, закрыть его в отдельной комнате на неделю с Библией, он придет к выводу, что он является членом церкви, которая говорит любовью к своему Господу и постоянно проявляет знамения силой Духа Святого. И только опытный богослов, не переживший в своей жизни никакого чуда, мог бы убедить такого молодого человека в обратном. Это мой Господь. Но действие Святого Духа заметно там, где его жаждут.
Где его жаждут, где его ждут, где пред ним смиряются, где люди не соблазняют комфорт, богатство, роскошь. Это жизнь в стиле «Изи во Христе, проси, Господь». Дух Святой нам очень нужен сегодня, дорогие. Очень нужен. В конце концов, если он движется, его не остановит ничто. Если он не движется, мы никогда не принесем истинный плод. Сколько бы усилий и денег мы ни тратили, все будет мимо. Церковь теряет смысл, когда она представляет собой исключительно дело рук человеческих. Если все, что происходит в нашей жизни и в нашей церкви, можно объяснить без упоминания работы и присутствия Святого Духа, значит, мы не те, кем должны быть. Нам нужна не теология, нам нужна целостность теологическая. Мы обладаем знаниями, но нам не хватает смелости признать разницу между тем, что мы знаем и как мы живем. Мы не хотим эту разницу признать. Нам надо пойти дальше своего понимания Духа Святого и начать ходить с Ним открыто, встречаясь день за днем, час за часом, чтобы шагать с Ним вместе, чтобы говорить не о том, что Он делал 2000 лет назад, а о том, что Он делает сегодня. Он, называющийся домом Израиля, разве изменился Дух Господень? Тогда почему его действия не таковы, спрашивает пророк Михей. 2.7. Разве Дух Святой умолился? Нет, это мы помельчали. Вместо того, чтобы нам подниматься на уровень Божий, мы опускаем его на наш уровень человеческий. И если в церкви люди отказываются от сверхъестественного, со временем они естественное начинают называть сверхъестественным. Друзья мои, мы много говорим о Духе Святом, но в наших жизнях нет его плодов. Мы говорим о нем учеными богословскими терминами, но не переживаем на практику его работы и не видно его даров. И часто мы не имеем этой близости, которая была когда-то. Знаете, что хочу сказать, сегодня все мы видим, как в большинстве собраний действует человеческая мудрость, человеческая сила. И нет этого обильного присутствия Духа Божьего. Спросите у отцов церкви, они вам скажут, как он действовал. Лет 40 назад по-другому все было. Потому что не было комфорта, были трудные условия, но была жажда, был Бог, что-то происходило. И чем лучше живут христиане, тем меньше силы Божьей в жизни и вообще. Вместо того, чтобы нам подниматься на уровень Божий, мы опускаем его на наш уровень. Я не знаю, как вы, но я устал от одних только разговоров о Боге. Я так хочу видеть, как Он движется через меня, через тебя, через церковь, через все тело Христа. Я знаю, есть намного больше Бога, чем я испытывал до сих пор. И Бог призвал нас к большему через присутствие и силу Духа Святого. Есть намного больше Духа Святого, чем ты либо когда испытывал в твоей жизни. Давайте посмотрим на апостолов до Пятидесятницы и после. До Пятидесятницы они учились в лучшей богословской школе. Преподаватель сам Господь. И там была и теория, и практика. Он не просто говорил «Я свет миру», он подходил к порожденному «Открой», и тот «Да, ты свет». Он не просто говорил «Я хлеб», он пятью буханками кормил тысячи, «Да, ты хлеб». Он не просто говорил «Я воскресенье, Лазарь, выйди вон». И все понимали, он воскресенье. У него было ток-шоу, он говорил и показывал. У нас, к сожалению, только ток. Только говорим, показать нечего. Благослови нас Господь. Библия настолько... И посмотри, эти же апостолы разбежались, испугались. Но когда пришел Дух Святой, они вышли. Там была немощь человеческая. А тут сила Божия. Друзья мои, Библия настолько проста, что в ней трудно заблудиться без посторонней помощи, поверьте мне. Если бы мы читали Библию и верили всему, что написано, мы бы многого ожидали от Святого Духа. Мы бы ожидали, как радикально изменится наша жизнь от того, какая была старая без Него. Но совсем не то происходит в жизни большинства людей. Мы живем совсем иначе. Почему-то мы не думаем, что Он архиважен нам каждый день. Почему-то мы не ждем Его действия, Его силы. Ну так, говорим об этом, но не ждем. А даже если и ждем, то ожидания неправильные. Направленные на удовлетворение своих собственных нужд для развития своего эго. Вот он я, помазанник, смотрите, Бог действует. Прости, Господь. Друзья мои, имея талант, имея образование, многие довольно неплохо живут.
по мирским стандартам, не нуждаясь в действии Духа Святого. Ты знаешь, наши тела, они храм Духа Святого. Дух Святой строит свой храм в наших телах. Ты, я, мы место Его присутствия. И возникает вопрос, если Дух Святой действительно пребывает в нас, а наши тела – Его храм, тогда не должна ли быть огромная разница между человеком, в котором живет Дух Святой, и между тем, в котором его нету? Должна быть. Сейчас меня поймут мужчины. Вот представьте, например, фантазируем. В меня вселился дух Майка Тайсона, и я пошел заниматься балетом. Смешно? Я был бы боксером, а я балерон стал. В нас Дух Божий. Мы должны быть кем-то. Мы повсюду говорим, Дух Святой вошел в нас. Мы заявляем, что Он дал нам сверхъестественную способность идти за Христом, умерщвлять свои грехи, служить церкви. Мы говорим о рождении свыше, были мертвы, теперь живы. Но когда неверующие, которые живут рядом с нами долго, смотрят на нас и особой разницы не видят, начинают сомневаться в нашей честности, в нашей святости, и что самое страшное, в нашем Боге. И стоит ли их в этом обвинять? Мне, тебе, нам необходимо освежиться, обновиться в своих познаниях о Духе Святом. Подумать, что это значит быть храмом Божьим. Все верующие в Иисуса Христа подтвердят, что Дух живого Бога, тот самый Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет в нас. Но осознаем ли мы эту истину? Наслаждаемся ли полнотой этого благословения? Он сказал, я не хочу быть рядом с вами, я хочу быть в вас, Духом Святым. И получается парадоксально, одно из самых уникальных откровений, которые мы имеем, и им не обладаем. Ты знаешь, можно иметь и не обладать. Поясню, как-то мне подарили шикарную гитару в Германии. И почему-то, как ее подарили, я перестал играть. И вот у меня висит гитара, дорогая и красивая, я ее имею. И однажды ко мне пришел один из братков, он покаялся из бывших. Он говорит, ой, можно поиграю? Я дал ему гитару. Когда он по гитаре ударил, я понял, он ей обладает. Он ее не имел, но он ей обладал. Я ее обладал, но я ее не имел. Вот нам мало откровением обладать. Мы должны его иметь. Аминь. Друзья мои, христиане первой церкви знали о Духе Святом гораздо меньше, чем сегодня мы. Но они настолько близко познали Его, что Он могущественно действовал через них. Давайте стремиться к жизни в Духе. Давайте ближе познакомиться с этой уникальной личностью. Мы говорим каждую неделю благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Понимаешь ты, что говоришь? Тебе известно общение Святого Духа, сотрудничество, товарищество, близкая личная дружба с Духом Святым. Вот здесь находится вся тайна реальной христианской жизни, жизни свободы, радости, силы и обилия. Иметь вездесущего друга, сознавать его, придавать жизнь ему во всех частях, полностью под его контроль, это и есть истинная христианская жизнь. Ты его храм, там должно быть что-то. И он вооружает тебя для сверхъестественной жизни в естественном мире. Он дал каждому из нас таланты, способности, дары. Здесь нет ни одного бездарного, ни одного. Написано, каждому Дух Святой разделяет дар, как ему угодно. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Каждому! Нет ни одного бездарного, но есть лукавые, ленивые рабы, которые закопали свой талант. А бездарных нету. Талант – это то, что в тебе от рождения, тоже от Бога. Одни хорошие спортсмены, одни музыканты, одни математики. Но когда ты рождаешься еще свыше, уже дары приходят. Мы это знаем, 1 Коринфянам, 12 глава. Я понимаю, главнейшее чудо – это ты, спасенный, рожденный свыше человек. Что было и что стало. Но тем не менее, говорит, надо ревновать, надо распознавать, надо употреблять дары. Духовное служение – это служение только в силе Духа Святого. Духовное служение – это когда человек знает свой дар и служит. А иначе плотское служение. Главный принцип служителя – что имею, то даю. Ты можешь дать только то, что ты имеешь. Вот смотрите, апельсин. Какое его содержание? Апельсиновый сок. Все он не даст, ни яблочный, ни морковный. Что имеет, то и даст. И ты можешь служить Богу только своим даром.
для Его славы. Ты знаешь, в этом отношении нас животный мир порой учит. Вот в животном мире все знают свой дар. Корова, твой дар, молоко, курица, яйца, пчела, мед. Брат Николай, твой дар, это, ну, я молюсь, 25-й год. Корова знает, курица знает, мед знает, брат Николай молится. Это мы, Господи, прости нас. Не зная своего дара, пытается служить. Что получается? Твои духовные дары, это твое главное богатство. И оно обеспечит твою жизнь, слышишь? Не твой бизнес, не доллары, твои духовные дары принесут, слава Богу, и твою жизнь обеспечат, поверь мне. Простой пример. Ну вот паучок. Паучок лапками цепляется, у паучка только один дар – плести паутину. Бог так устроил его железы, когда паук плюет, слюна на лету становится паутиной. Ученые 40 лет пытаются в лабораторных условиях сделать паутину, не получается. Для паука это, простите, расплюнуть. Это его дар. Ты скажешь, ну что толку от этой паутины? Что толку? Кто из вас строил дом такие? Поднимите руку. Есть такие, кто дом строил? Дорого строить стройматериал? У паука бесплатный. У кого у вас своих дома 3-4? У паука в каждый углу по хате. Это его дар. В каждый углу по машине. Поймал муху, завернул, через 5 дней развернул, сел, холодильник. Его дар полностью обеспечивает его жизнь. И ты сомневаешься, что дар Божий обеспечит твою жизнь? Прости нас, Господи. А теперь очень внимательно. Неуважительное отношение к дару – это неуважение к Богу, который дал тебе этот дар для сильного и славного служения во славу Его. Как много ленивых, лукавых рабов, которые годами в церкви и до сих пор не знают свой дар. У них есть, но они его закопали. И даже не пытаются что-то, как где-то его искать. Более того, дар – это очень важно, но не все. Есть еще важнее – плод Святого Духа. Это характер Иисуса Христа. Галатам 5, 22-23, если можно, высветите. Любовь, радость, мир, благость, милосердие, долготерпение, вера. Это, по идее, повторение 1 Коринфянам 13 глава. Это любовь радостная, мирная, долготерпеливая, любовь добрая, милосердная, верная, кроткая, воздержанная. Это все характер Иисуса Христа. Никто из нас сам таким не сможет стать. Это его сверхъестественная работа Духа Святого. К сожалению, все мы такие характерные, характерные. Наш такой сидит, брат, сидит, ой, оставьте его, у него такой характер. И он такой, да, позорище! Столько лет с Бога не поменялся характер, позорище, каяться надо. А он сидит гордый, это мой такой характер. Твой характер – это то, что ты позволил Духу Святому сделать собою. Он всемогущий, но он джентльмен. Он никогда насильно ничего не будет делать. Почему у людей годами характер не меняется? Да потому что с Духом Святым не общаются. Вообще не общаются. Нету плода Духа. Потрясающе. Вообще вся наша жизнь – искусство любить, друзья мои. Это искусство любить вся жизнь. Ну, простой пример. Ну, муж-жена. Куда проще. У мужчины неделю колит Бог. Ну, мы, мужики, сами в больницу никогда не поедем. Жена его сажает в машину, силком к врачу. Заходи. Муж выходит, врач говорит, а теперь вы зайдите. Она говорит, да, как там мой любимый? Он говорит, плохо ваш любимый. И, наверное, скоро умрет, у него страшная болезнь. Она говорит, доктор, что делать? Я его так люблю, я без него жизни не мыслю, я из кожи вылезу, я все продам, я любые деньги, хоть один шанс дайте, чтобы он жил. Он говорит, точно все готово? Она говорит, да. Он говорит, последний шанс, бери ручку, пиши. Первое. Каждое утро буди его с лучезарной улыбкой на лице. Он болен. Второе. Не грузи его работой по дому, пока он болен. Третье. Не грузи его своими женскими проблемами. Он болен. Четвертое. Почаще устраивай ему романтический ужин. Его любимое блюдо. Салфеточки, скатерка, горят свечи. И ты стоишь. Красивое платье. Парфюм. Ну, не как обычно, эти тапочки, бигудюшка, засаленный халат, старуха из Иргии. Нет, ты стоишь красивая. И пиши последнее, пятое. Пока он болен, выполняй все его мужские капризы. Записала? Она говорит, да. А теперь слушай меня. Если все это ты будешь делать месяц, я тебе гарантирую, он будет жить. И вот они идут домой. Муж говорит, а что тебе врач сказал? Она говорит, а он сказал, что ты умрешь.
Это мы, Господи, и все женщины поняли, как же так любить неделю, да? Ангелом надо быть. В каждой шутке есть доля шутки. Итак, твой характер – это то, что ты позволил Духу Святому сделать собою. Друзья, Иисус сказал, Иоанна 15 глава, «Я лоза, вы ветки». Не может ветка принести плод без лозы, не может. Скажи мне, кто несет плод, лоза или ветка? Плод производит лоза, а ветка просто его несет на себе. Но лоза производит плод. Если ветку от лозы отрезать, она бесплодная засохнет. Он говорит, вот так же и вы без меня ничего не можете. Все, что беспокоит ветку, это постоянно питаться соком лозы, и тогда лоза на ней несет свой плод. Я, ты, мы не можем. Но когда ты в духе соком от Христа питаешься, тогда Иисус несет на тебе плод духа. Галатам 5, 22-23. Его характер. Аминь, скажи. Что хочу сказать. Сегодня, особенно у молодежи, большой упор на помазанников даровитых. Дорогой мой, без характера даровитость порождает духовных монстров, которые принесут в церковь больше разрушения, чем пользы. Очень важно помнить, действие духовных даров не есть доказательство, что у человека хороший характер. Это просто дары. Вот представь, жадному лентяю подарили 3 миллиона. И что, он стал добрый и хороший? Еще жаднее, еще ленивее будет. Аминь. Дар человека не меняет. Не меняет. Поэтому, когда у человека есть дар, нету характера, будет столько вреда. Будет столько вреда. Хорошо, дорогие мои. Итак, я... А зачем вообще все это, Дух Святой? И вот я, хороший характер, плод Духа Святого, дары действуют. Зачем, для чего, что главное? Вот идешь ты в музей, висит хорошая картина в раме, да? Вот рама, это твой характер, а холст внутри картины, твои дары. Представь, в музее висит одна просто рама без холста, то есть золотой души брат. Хороший, добрый, но свой дар не знает. Но рама без холста не то. Или просто холст без рамы, такой вот свернутый свиток. Даровитый брат, но характера нету. А как красиво, когда свиток в картине. И в чем ценность картины? Не в ней самой. Ценность картины там, где-то в уголочке, есть подпись художника. Рембрандт, Пикассо. Вот в чем ценность. Ценность не в тебе, а вот здесь написано. Иисус по-прежнему пишет. Бог не просто говорит, он еще и пишет. И первые скрижали он своим перстом написал Моисею. Бог писал Валтасару, парень, ты взвешен. Ты думаешь, тяжелый? Ты пылинка. Во Христе Иисусе Бог писал на песке храма. Сегодня в Духе Святом он пишет в сердцах наших. И он говорит, ты записан на моих ладонях этим греческим гвоздем. Твое имя. У меня, ты мне дорог. Он пишет. Написано, мы его творение, по-гречески поэма. Не частушка, поэма. Он все еще пишет. Друзья мои, все от него, все им и все к нему. Внимание, заканчиваю. Главная функция Духа Святого, не чудеса, а знамения, это второстепенно. Отразить в тебе Иисуса Христа. Вот оно. Это главная функция Духа Святого. Помнишь, мы читаем на Рождество, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Тайна великая. Бог хочет явиться в твоей плоти, в твоей плоти, в твоей и моей. И Павел говорил, чтобы жизнь Христова открылась в смертном теле моем. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Поэтому я каждый день умираю для себя, чтобы Он жил во мне и действовал через меня. Мое Евангелие простое. Иисус отдал свою жизнь за нас. Зачем? Чтобы дать свою жизнь нам. Для чего? Чтобы Он сам Духом Святым жил в нас и служил через нас. Вот оно христианство. Живое христианство. Друзья мои, шел Петр, а его тень людей исцелила. Что хочу сказать? Люди видели в служении Христа, в служении Петра великую силу. Ты знаешь, когда ты отражаешь Христа, тебе не нужно за успехом гнаться. Успех будет твоей тенью. Он тебе не будет нужен, но он будет за тобой идти.
Когда ты отражаешь Христа, Бог будет через тебя использовать все эти дары именно тогда, когда надо. Когда больной, дар исцеления будет. Надо слово, будет слово знания. Надо будет чудо. Надо будет язык. Когда ты во Христе, все дары будут через тебя действовать. В то время, когда надо и где надо. Скажи аминь. По идее, так оно и должно быть. Это мы сегодня у того исцеление, значит, приватизировали. У того это. И то хорошо. Но все намного больше. И я вот заканчиваю. Петр отбрасывал тень. Братья и сестры, все мы отбрасываем тень. Хотим мы или не хотим, но каждый из нас оказывает влияние на окружающих людей. Дорогой мой, в мире не только четыре Евангелия. Их миллионы. Ты пишешь Евангелие. Каждый день по главе своими делами, своими словами. И люди читают все, что ты пишешь. Читают все и правду, и ложь. Скажи, каково твое Евангелие? Один христианин, когда его спросили, какое ты Евангелие любишь больше всего, знаешь, что он сказал? Евангелие моей мамы. Не Марка, Матфея, Луки. Евангелие моей мамы. Жизнь моей мамы показала мне Христа. И Павел говорил, Тимофей, вера твоей мамки и бабки в тебе видна. Сестры, мамы и бабушки, пусть ваша вера будет видна в ваших детях, внуках. Аминь. Отцы, деды, тем более. Тем более. Они читают нас. Ты знаешь, есть в мире миллионы людей, которые никогда не откроют Библию, но они видят тебя. Что они прочитают? Приведет ли их твоя жизнь к Иисусу Христу? Это очень и очень важный вопрос. Джон Уэсли сказал, я узнал от своей мамы о христианстве больше, чем от всех богословов Англии. Теперь послушай одну вещь. В жизни каждого из нас есть как минимум один человек, который не спускает с себя взгляда. Он уверен, что христианин должен быть именно таким, как ты. Это может быть твой сын, дочь, друг, сосед, учитель, ученик. Для него ты герой, образец для подражания. Ты его идеал. Он наблюдает за тобой намного внимательнее, чем ты думаешь. Как ты ведешь себя на работе, дома, в церкви. Он все это пытается скопировать точности. Он хочет, чтобы на него упала твоя тень. Мы считаем, ну нету ничего иллюзорнее тени, дорогие мои. Духовная тень, которую мы отбрасываем, она существует на самом деле. На самом деле. Иисус понимал, когда подходит к концу его день, и он сказал, да, я пришел в бессмертном теле, и если я останусь здесь, я воспрепятствую вам стать подобным мне. Поэтому мне нужно идти, что вместо того, чтобы быть Богом с вами, быть Богом внутри вас. Конечно, хорошо общаться с Богом, который рядом, но как важнее общаться с Богом, который в нас. Древние отцы говорили, он стал таким, как мы, чтобы мы могли подняться на его уровень. Сейчас будем молиться, пожалуйста. Не угошайте Дух Святой. Не огорчайте его. Не оскорбляйте его. Ближе, чем он, нету никого во всей вселенной у тебя. Да, он всемогущий, но он такой нежный и чувствительный. Он чувствует всякую фальшь. И очень часто, когда он огорчен, угошен, это просто жизнь по плоти. Давайте начнем с ним жить. Давайте поймем, что там жизнь, силы, мудрости, любви, там богатство благодати Христа. Давайте исполняться Духом каждый день. Христос во мне как? Только Святым Духом. Давайте еще раз пересмотрим наши отношения. Вспомните моменты, сейчас брат говорил об огне, когда реально огонь Духа был в тебе. Вспомни. Вспомни свои глаза, как ты молился, как ты Библию читал, как ты в церковь шел, как ты кого-то вел, как ты служил везде, где мог. Вспомни это время и посмотри на твою жизнь в духе сегодня. Можно гореть. И когда Моисей увидел огонь, Моисея удивило не то, что огонь загорелся вдруг ни с того ни с сего. Самого разгорания в пустыне часто. Моисея удивило, что огонь горит, горит и не сгорает. Вот что его удивило. И мы знаем, как много было братьев и сестер, которые горели, горели, перегорели одна зола. А другие горели, горели, чадит лампада тусклая моя. И как мало тех, которые горят, 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 горят и не угасают. Неопалимая купина, это Дух Святой в тебе и во мне.
Пусть будет это с каждым из нас. Пусть это будет в наших семьях, в наших церквях. Пусть это будет там, куда мы идем. Мы носители благодати Божией. Есть такая поговорка: хорошо там, где нас нет. Не говори так никогда. Хорошо там, где мы, аминь. Ты пришел, должно хорошо стать. Ты пришел, а в тебе Бог, любовь, сила. А если хорошо там, где тебя нет, тогда там, где ты, вообще катастрофа. Благослови нас, Господь, являть живого Христа силою Святого Духа. И весь народ да скажет. Давайте помолимся.